Всем большой привет! Проверяем занятную игрушку, которую выписали в маркетплейсе. Это ветряная турбина, модель ветряной турбинки. Вот она пришла к нам, и проверяем, как она работает на ветру. Это у нас конец марта. Сегодня ветер такой переменный. Турбина, которая вырабатывает электричество. Напряжение не менее светодиод, это 4 вольта горит сейчас. По идее, ветра здесь бывают достаточно частые. И эта модель демонстрирует, что в принципе возможно использовать ветрогенераторы. Но хотим сделать его вертикального типа. Вот эта турбинка показала, что это весьма возможно. Спасибо всем за внимание.